Привет, бро, меня зовут Пузи, и добро пожаловать в Roblox. Сегодня вместе с тобой будем проходить карту «Побег от Момо». И мы с тобой появляемся вот на таком вот криповом спавне, и мы с тобой начинаем проходить эту карту. А, кстати, я уже вижу Момо. О май гад, зачем я себе это проспойлерил? Здесь тучки, кажется, надвигаются, и мы с тобой собрали второй чекпоинт. Короче, я собираюсь фастиком пройти эту карту, только потому что она очень легкая и быстро проходится. Здесь всего лишь 27 уровней, и я точно знаю, что мы с тобой с легкостью с этим справимся. Потому что мы проходили с тобой самые хардкорные карты. И что-то мне подсказывает, что я уже когда-то проходил эту карту. Ее просто немного переделали и, возможно, ее немного дополнили. Только и всего. Помните, была карта «Побег от Бенди»? Так вот, это та же самая карта, только сделана в криповом стиле и добавлены немного другие текстурки. Да! Я помню, я проходил этот уровень, серьезно. И, кстати, мы уже с тобой на 7 уровне, и мы с тобой выполняем без чекпоинтовый челлендж. Точнее, мы с тобой собираем чекпоинты, но стараемся не помереть. И я уже вижу, как один чувак улетел там далеко-далеко в бездну. А это что у нас такое? Кстати, этого я не помню. Это вроде какие-то гири. Ну и вот мы с тобой дошли до других фигурочек. В мире Лего вместе с Пози, да. Мы с тобой изучаем новые фигуры. Это у нас 6, это у нас 8-угольник. Только и всего. Так, здесь, наверное, нужно прыгать вот по этим штуковинам. А, да, нужно прыгать по этим штуковинам, я угадал. Мы с тобой были очень на грани от смерти, потому что если бы я прыгнул на ту темную штуку, то все, мой бесчекпоинтовый челлендж бы провалился. Ну, а я не собираюсь этот челлендж проваливать, и поэтому я на скоростях со скоростью флеша двигаюсь к следующему чекпоинту, 13-й чекпоинт. А, всего здесь, кажется, 30 уровней, потому что я увидел в правом верхнем углу, здесь чувак на 30-м левеле. Возможно, он уже прошел эту карту до конца. Как же у меня нос чешется! О май гад! Вот это мы с тобой быстро стартанули. И мы с тобой дошли вот до таких вот странных фигур. Ну, короче, пока что я не вижу для себя ничегошеньки сложного. Здесь даже одинаковые переходы от левела к левелу. Вот эти вот кругляшки, которые в воздухе летают. И... О! Там какие-то головы есть дальше. Мне кажется, я самый быстрый, кто когда-либо проходил эту карту. Хотя вы можете написать в комментах, кто еще быстрее меня проходил эту карту. Я знаю, что как минимум несколько ютуберов прошли эту карту, и я должен быть самым быстрым. Я должен быть самым быстрым, потому что я бросаю этот вызов другим роблоксерам. Кстати, даже если ты смотришь этот видеоролик, постарайся выполнить этот челлендж. Я думаю, для тебя это будет несложно. Вообще, мне всегда было интересно, как мои подписчики проходят такие карты. Мне кажется, что мои подписчики в 1000 раз лучше меня играют в Roblox, потому что иногда мне рассказывают про такие фишки, про которые я вообще когда-либо... Я вообще не знал про эти фишки. Вот, например, ты знал, что если 2 раза нажать на пробел, то твой персонаж немного дольше летит. Шучу, это был троллинг. Ого, криповые головешки, очень криповые головешки. И мы с тобой прошли почти половину карты. Да, серьезно, ровно 3 минуты нам с тобой потребовалось, чтобы пройти половину этой карты. Я постараюсь уложиться, конечно же, в 10 минут, если получится. Хотя я не уверен, возможно, здесь уже кого-то убила эта момошка, потому что я вижу какую-то караваку. Хотя нет, на самом деле это кетчуп. YouTube, это кетчуп, не стоит блокировать этот видеоролик. Это просто вкусняшка для пельмешек, да? Ну, это ведь вкусняшка. Мы оба с тобой понимаем, что это не вкусняшка, но это вкусняшка. Скажу, пожалуй, так. И вот мы с тобой дошли до 25-го левела. Хотя нет, здесь всего не 30 левелов. Скорее всего, их здесь намного больше. Намного-намного-намного больше. Возможно, дальше чекпоинты не работают. О, кстати, подписчики пишут в чат: «Пози, я в видосе!» Как же я рад, когда меня узнают подписчики вот на таких вот сервачках, где, казалось бы, никто не может играть с моих фолловеров. А оказывается, они здесь даже есть. Нас слишком много, и мы с вами армия. Так, вот здесь главное не приглядеться, потому что эти черные блоки, они очень незаметны. Итак, погнали дальше. О! О! Фу-фу-фу, я на грани! Нет, я дотронулся до этой фигуры. О май гад, я чуть не погиб, я чуть не погиб. И еще эту ржавую палочку я тоже сразу же заметил. Так, я буду перепрыгивать их так сбоку немного. Главное не зафейлиться, потому что иногда бывают невидимые стены, вот на этом перешейке, или как он называется, переходике. Поэтому главное не прогадать. Итак, мы с тобой угадываем, куда нам с тобой идти. Так, точно не правая, не левая. Точнее, самая правая, зеленая. Не голубая, не красная. Тут, скорее всего, да, тут была у нас синяя. Дальше у нас, скорее всего, будет идти зеленая. Или же, ага, красная. Этот чувак первее меня угадывает. Погоди, дружище. Ты куда так побежал? Ха-ха-ха! Промахнулся. Ну ты и лол. А нужно было идти на красную. Я был первее его. Бац! Вот я и обогнал его.
Поспешишь, людей насмешишь. Я это говорю в сотый раз, но это ведь правда, согласись, это ведь правда. Я спешу, но я еще ни разу не проиграл ни одной смерти, ты понимаешь? Ни одной смерти от Момо, которая построила эту карту. По-любому все эти Бенди, Момо, Слендеры постоянно переделывают эти карты. Вот, кстати, даже этих труб я тоже не помню. Какие-то они длинные. Если бы они еще и крутились, было бы вообще эпично. Тут, скорее всего, нужно прыгать вот по этим колечкам. Да, по колечкам, я угадал. Главное, на серединку не наступать, иначе мы с тобой погибнем. А мы с тобой придерживаемся челленджу. Готово. 35-й левел. Офигеть, вот это я вперед вырвался. Так, куда здесь? Здесь, наверное, на правую сторону. Опять на правую. Я провалил весь чекпоинтовый челлендж. Ну, конечно же, здесь нужно идти на синий блок. Дальше куда? Давай, 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 беги, беги, беги. На красный он прыгнул, и тут я уже сам спокойно сделаю сальтушечку. Окейшку. У меня на счету одна смерть. Поэтому это не считается. Здесь многие игроки даже до 37-го левела дойти не могут. Они там на 27-х висят. Для них, видимо, эти испытания очень сложные. А для меня они очень простые. Так, 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 так. Вдоль стеночки нужно идти. Воу, воу, воу. Этого я тоже не помню. Я не помню, чтобы на предыдущих картах было такое. Офигеть, офигешеньки. 39-й левел. Мы уже близки, Момо. Мы идем к тебе. Еще немного. Это лавовые фрикадельки. Обмотанные в макарошках. У меня очень богатая фантазия, я знаю. Очень богатая фантазия. Так, эти блоки тоже исчезают. Нифига себе, он меня подкинул. Вот это ты меня подбросил. Давай ты меня здесь лучше так подбросишь. Так, здесь нужно проходить все с первого раза. Здесь, кстати, можно перепрыгнуть запросто. А, чё? Нужно было перепрыгивать? Что? Стоп, а как здесь пройти? Есть, сальтушку я сделал. Опять сальтушку. И опять сальтушку. Готово. Интересно, он додумается, как пройти этот уровень. Надеюсь, я первее его приду к финишу. Давай гадать, сколько здесь всего уровней. Мне кажется, штук 55, наверное, или 60 левелов. Ну, 60 левелов это не так уж и тяжело. И тем временем у меня остается всего лишь 7 минут. Я должен успеть. Я должен успеть. Точнее, на таймере 7 минут, ты понимаешь? Я не успеваю, мне осталось всего лишь 3 минутки. Давай, мы с тобой вырвемся. Мы пройдем с тобой эту карту меньше, чем за 10 минут. Многим ютуберам требуется на это минут 20, а мне потребуется всего лишь 10 минут. Я пройду эту карту без остановок. Я не буду отвлекаться ни на что, не буду смотреть даже в чат, хотя мне там пишут мои подписчики. Но как же мне стыдно их игнорировать, потому что мы выполняем опасный челлендж. Давай, 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 на колечко, на следующее колечко, и на это колечко, и давай, допрыгнули. Невидимые, невидимые платформы, хотя нет, они очень даже видимые. Если всматриваться, то их хорошечненько видно. Итак, давай, 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 я чувствую, как время поджимает. Итак, осталось 2 минуты всего, 2 минутки осталось, о май гад. Мне кажется, я не успею. Там по-любому будет какая-то подлянка возле Момо. Когда мы с тобой к ней подойдем, она, наверное, нас сожрет. Может быть, она какая-то убийственная. Вот посмотри на ее язычок. О май гад, офигеть, какой у нее огромный язык. По треугольничкам. Давай. 54-й левел. Фух, я уже реально вспотел. Это слишком напряженная игра, если проходить все это на время. Я, конечно, не уверен, что у меня получилось бы все пройти с первого раза, но если я еще раз, второй раз попробую так чисто без записи, то я думаю, у меня получится. Просто я запомнил свою ошибку, где я провалился, и это был, конечно, провал. А, зачем я потерял свое драгоценное время? Давай, минута осталась. Одна минута ровно! Часики тикают. Тик-так, тик-так. Не надо меня напрягать, Пози. У меня просто уже начинается раздвоение личности. Мой персонаж начинает разговаривать со мной у меня в голове. О май гад! Пози, прекрати, что ты за вещи такие говоришь ужасные? Ты должен съесть все эти фрикадельки. Пози, что ты такое говоришь? Ребят, не, честно. Я настолько сфокусирован, что я даже не моргаю, ты заметил? Я даже не моргаю. Я просто смотрю вперед. У меня глаза не могут сомкнуться. Потому что если я моргну, то я понимаю, что я потеряю свою заветную секунду. Конечно, на моргание есть смысл тратить время. Вот я только что моргнул. Но все-таки... Итак, забираемся, забираемся ей на язык. Поехали! Финальный левел, финальный левел. Финальный паркур, самый сложный паркур. Нет, он не самый сложный. У меня всего лишь одно поражение на все эти 60 уровней. И забираемся в Момо. Готово! Мы сделали это, мы сделали это. Так, где следующий чекпоинт? Где следующий чекпоинт? Остается 10 секунд, давай. 3, 2, 1, есть!
Все, мы выполнили это с тобой. Мы это сделали. Мы прошли 66 уровней за 10 минут. Без единой нарезочки. Я здесь не буду ничегошеньки нарезать, чтобы вы сами все увидели, что это правда. 10 минут мне потребовалось на 66 уровней. То есть, чтобы пройти 660 уровней, мне потребуется примерно час 40 минут. Ну, то есть, 100 минут. И это будет при том, что я буду играть вообще без остановок. Ну, а на этом наш ролик подходит к концу. Кстати, что это за рожица? О, боже мой. Спарки, как тебе? Да, это ужасно. Зачем я у тебя это спрашиваю? Ладно, давай мы встанем с тобой на эту платформу и взлетим. Ха! Ха, чувак, ты не ожидал такого, да? Что кто-то первее тебя пройдет эту карту. Он, наверное, думал, что сейчас я обгоню Пози, а вот и не получилось. Вот такая вот карта, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Если это так, то обязательно ставьте свой лайк. Обязательно пишите в комментарии свои результаты, за сколько времени вы смогли бы здесь пробежать. Я пробежал ровно за 10 минут. Поэтому я считаю это рекордом. Хотя, если ты пройдешь за 7 минут, то я буду очень удивлен. Скорее всего, ты просто спидхакер. Или же ты просто превосходный раннер. Оставайся таким же крутым и веселым, и увидимся с тобой в следующих видео. Adios. Playtime.